Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Открываю новую рубрику, называется она «От дома до сарая». Буду пока передвигаться, потихонечку буду отвечать на ваши комментарии, так как из-за моей занятости не успеваю писать, отвечать всем, но не хочу, чтобы вы на меня обижались. Я никого не игнорирую и всех вас очень люблю. Вы можете оставлять комментарии и под этим видео, и под другими. Я буду их конспектировать и понемножку отвечать. Эта рубрика будет выходить достаточно часто, видео будут короткими, и буду отвечать на ваши вопросы. Самый распространенный вопрос: где мы живем, куда мы переехали из Москвы? Мы переехали из нашей Московской области в Тамбовскую область, Никифоровский район. Приезжайте в гости. Самый еще один из самых распространенных вопросов: сколько у нас детей? У нас 10 детей. Да, мы их родили сами, это наши дети. Значит, мы держим хозяйство: коров, свиней, коз и кур. Остальные вопросы я не помню. Так что пишите, подсказывайте, на что вам больше всего интересно получить ответ. А сейчас я уже дошла до сарая, поэтому пока-пока.